8-летнюю девочку покусали собаки. Укушенные раны, обморожение рук и головы. Врачи расценивают состояние ребенка как тяжелое. Возбуждено уголовное дело. В минувшую пятницу в селе Намцы школьница по пути домой подверглась нападению собак, чьи хозяева проживают недалеко от места происшествия. Школьница получила укушенные раны лица и рук и головы. Несмотря на полученные травмы, девочка смогла добраться до дома, где во дворе ее обнаружил старший брат. В настоящее время школьница находится в ожоговом отделении. После нападения животных длительное время девочка провела на морозе, получив обморожение. Расследование продолжается. 17 ноября 19 20 минут в приемный покой Намской ЦРБ была доставлена девочка 2009 года рождения. Как оказалось, на нее напала стая собак. Были обнаружены рваные раны в области головы, лица и плеча. Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Ребенка неподалеку от дома обнаружил ее брат после того, как девочка не вернулась вовремя из школы домой. Установлено, что после нападения стаи собак она провела на 30-градусном морозе более полутора часов, из-за чего, кроме укусов, медики констатировали обморожение. При поступлении в больницу была оказана первая специализированная медицинская помощь, после чего пострадавшую направили в Якутск. Сейчас она находится в тяжелом состоянии в ожоговом отделении города.